Привет, друзья, еще разок. Привет тебе, Арена, привет тем, кто пришел посмотреть этот матч. Давайте крикнем что-то, что мы здесь есть вообще, мы есть люди. И давай, давай, КС! КС в арене, ребята, соскучились. Хватит уже, пора КС смотреть. Ну что ж, DSC Gaming, Польша, Virtus.pro. Даже не знаю, как сказать, давай, Юра, лучше ты подберешь правильные слова. Я пропустил все, потому что пытался зайти за парней и подраздать. Я представил ESC. Наши гости из Польши. Команда, которая вышла на LAN-финал. Команда, которая вышла железно. Эти парни в регулярке показали действительно уровень и сосредоточенность в своей игре. Ну и вот, несмотря на неудачные LAN-турниры в Европе, тем не менее, на StarLadder ребята приехали, полны уверенности. Мы с ними сегодня имели общение и обсуждали эти моменты. Но об этом чуть-чуть попозже. Опять же, во время игры нам говорить о космосе, так что оставим, наверное, да, все наши знания, познания, инфы и всего прочего на потом. Слева на сцене ESC Gaming, справа на сцене Virtus.pro. Россия, Украина, Словакия, если быть точным. Да, Гвардиан прикольный чувак. Да, мы уже с ним пообщались. Мы уже с ним очень хорошо пообщались, и он очень рад, что теперь его все знают. Но его все знают не поэтому. Все мы это прекрасно понимаем. Также здесь у нас в зале есть очень-очень много народу. Вот первые ряды такие подзабитые достаточно. Я вижу, вот шведы из НИП сидят. Наблюдают за своими конкурентами, соперниками. В любом случае, одна из команд пробьется в финальную часть. И парням просто необходима эта информация, как же будут действовать их соперники. А пока я тебе сделаю вот так. Не дают мне поиграть. Не даю тебе поиграть. Он просто зашел нормально за Virtus.pro шестым. Ну, бывает, да, бывает. Решил поддержать команду. Ну что, польская пятерка. Польская пятерка, и это полный, наверное, эпик. Начать, наверное, можно с короткого превью, которое реально имеет смысл озвучить, и прошедшие матчи команд. Ну что ж, последние 5 матчей команды Virtus.pro, друзья, они уступили в Эри Геймс в финале, в гранд-финале Raid Call EMS One Cup.
Они обыграли не факулти в регулярке, они обыграли Анексис в регулярке. Это все онлайн-матчи. Самое, конечно, это, громкое... кстати, все вчерашние матчи, которые сыграли. Все вчерашние матчи, которые сыграли Виртуса за день до финалов, они остались в арене, они отыграли официалки до ночи. Именно официалки. Да, там уступили в Эригеймс, неважно. Обыграли Эпсилон 19-16. Но самая главная их победа, это была победа над командой НИП совсем недавно на ЕМСе в полуфинале, когда они шведскую пятерку оставили просто не у дел с третьим-четвертым местом, и сами прошли в финал. Да, в серии было 3, одержали победу на двух картах, проиграли всего лишь одну и прошли дальше на Эригеймс. Парнями справиться не удалось, но спишем это на усталость, наверное, команды Virtus.pro. Да, но мы даже не будем это обсуждать. Да. Можно просто твердо заявить, то, что Virtus.pro сейчас объективно является очень твердой топовой командой. Я бы даже назвал их фаворитами в этой паре. Я бы назвал их фаворитами в этом турнире. Ну, несмотря можно на... даже и так. Можно даже и так. Ну и последние 5 матчей ESC Gaming это Kick. Они обыграли их со счетом 16-3, опять-таки в интернете, на регулярном сезоне на Mil B2. Остальные матчи ребята проиграли, включая встречу с Virtus.pro в игре на вылет в Single Elimination. 2-0 ВП одержали над ними победу. Также ESC уступили на ESEA Нави и проиграли Эпсилоном и Непам. Но вот с Непами у них было 20-22. Кстати, это вот очень интересная заруба была. А сейчас мы с вами уже можем видеть, в принципе, Knife Round, который происходит. Который происходит уже. И 2 в 2 ситуация. Кубин вместе с Пашей против Доси Кучера. Выбор стороны. Первая карта Инферно. Нелегкая на самом деле карта для Virtus.pro. Она очень-очень для них обидно закончилась в прошлый раз ESC. Но я имею в виду не... тот сезон, а позатот сезон, когда Virtus.pro в дичайшей просто борьбе уступили им на овертайме, проиграв реально буквально в раунд, буквально там проиграл просто выпад, был проигран выпад от Паши. Сейчас ставки совсем другие, сейчас будет совсем другого уровня Counter-Strike, и здесь уже ставка высока. Кстати, а я зайду на eGaming.com и посмотрю, какие коэффициенты дают на команды в этом матче. Да, мне тоже было интересно, но я думаю, там 3+, я думаю, по-любому есть за ВП, и все остальное достается, естественно, ESC. Так, ну мы сейчас на всякий случай убедимся в правильности информации от Игоря и посмотрим, какая же все-таки... Да, 3,8, практически 4 дают на поляков на команду Virtus.pro коэффициент 1.1,5. Так, ну а нам остается подождать совсем чуть-чуть, и сейчас будут уже даны боевые рестарты. Первая карта Инферно. Я попрошу зал похлопать командам. Они ждали свою встречу, они ждали матч, аплодисменты. Даже Форест покричал. Красава. Красава просто. Ну что ж, Паша сосредоточен, все собраны. ЕСЦ начинает в защите, Virtus.pro будут атаковать. И будем смотреть. Давайте посмотрим, что будет происходить в пистолетном раунде. Видим, как... команда Virtus.pro занимает, ну, я не знаю, как назвать эту позицию, чтобы поляки... Ее можно назвать дуга, я не знаю, что дуга, это такое. Да. Давай называть ее дуга, и будем рассчитывать, что поляки не понимают, что это такое. Так, чек от Ангела, и сразу он начекал чекающего. В итоге дал немножечко демейдж, но под потолковому, в принципе, ничего не получилось так, сделать. Ну, смотри, задумка, в принципе, понятна. Отогнали игроков польской команды с Бэплинта, заставили Кубина и Нео сосредоточиться вдвоем именно на Бэплинте и постараются выйти немного на другую точку. Ну да, возможно, в противоположном направлении, но пока 5-5 не было разменов, здесь может все поменяться вообще радикально. Возможно, будет и так, что команда, которая там атакует сначала, они могут просто развернуться, пойти на Б, это Инферно. Здесь будет очень много рандома, пока что в блайнде находятся игроки Virtus.pro, их закидали, но при приеме, в принципе, поляки сопротивления не оказывают, кроме таза никто, и Аплэнд запирается командой, таз дает 2 нереальных хедшота в борьбе за Аплэнд, но все-таки уступили этой атаке ВП. Нео потерпел очень плотно сейчас при перестрелке. Ну и Virtus.pro закрепляет свой успех, как видим, этой пистолеткой, занимая... отличная граната от Кубина, взрывает Досю. Ситуация 2 в 2. Поляки попытаются выбить поставленную бомбу на пленте. Ну и... а чувак в песках им помешает по-любому, это Фокс. Ну, расклад просто такой, что он тут мансует заходящего, а там перекрестный огонь с плентом. И сейчас понимает Нео, то, что попал в ситуацию далеко не из легких. Первая пистолетка за Virtus.pro, зал в шоке, шведы молчат. Так, неплохое начало для ВП. Берут пистолеточку парни. Ну и давайте... ну, на эко-раундах вряд ли у нас что-то
произойдет интересное, ну, хотя поляки могут удивить. Поляки вчера на самом деле играли прямо рядом с Virtus.pro и также тренировались, в принципе, как и ВП. ВП играли официалки, а ESA имели возможность что-то нашифровать, что-то придумать новое, но мы все прекрасно знаем, что вот у них не заходит просто у этой команды с турнирами. Вообще, ведь так-то хорошая команда просто, по-моему. Знаешь, даже... на самом деле, пока эхо, мы можем с тобой поразмышлять, о чем комментит Тоби. О чем комментит Тоби, я даже не знаю, но в Твиттере ему Фрайберг написал, давай, может, гидрайта к тебе, там, чтобы тебе не скучно было. Кстати, было бы прикольно. Но, да? Как я понял, Тоби во время Counter-Strike общается о Доте. О жизни. О жизни, да. О жизни в Киеве. И... Ну, может, у него был предыдущий опыт в Counter-Strike, и есть у него какие-то задатки. Не, у него есть опыт в Counter-Strike, он также Call of Duty комментатор, кстати, если ты не знал. Не знал. Вот, у него достаточно большое комментаторское прошлое именно в киберспорте. Вот. Ну и Virtus.pro играют сейчас Farm Round, соответственно, ESC это чуть-чуть зашалило, ну и поляки попытались здесь устроить, как видим, вот такой вот бум. Чтобы было понятно, еще так, один игрок был тем временем Кучер пытается прочекать веб-вент, и, в принципе, получается у него это сделать. Дося хелпает, забирает Нео на респауне, ну и понимает Virtus.pro, что веб-вент полностью отдан командой. Смотри, Ковач в режиме шустряк просто. В режиме антипольши. Уже залетел в аркаду. Уже вот, оп, увидел врага. Оп, перестрелочка. Ну и это хедшот против выигрывает Паши. Ковач дуэль. Красавчик. Паши. Красавчик. Ну и да. Остается у нас Тас, который, соответственно, по 250 свой не желает вообще никак отдать. И ну, будет он в первую очередь пытается забрать один из девайсов команды Virtus.pro. При этом заработать немного денег. Ну да, знаешь, в такой ситуации даже один раунд уже будет подарком. Не то, что один минус один, будет. Один фраг будет подарком, но его не дает сделать Фокс Тазу. Без потери раунд берет команда Virtus.pro. Счет 2-0. И, наверное, еще один эко нас с вами ждет. От ESC. Ну это разумеется, да. Поляки всегда не делали волевые баи. Если нет, поляки, это того на не самом деле, вот тут могу с тобой немного поспорить. Поляки как раз та команда, которая умеет брать волевые закупки. Да, но типа в начале этой игры, да, зачем им это надо? Да, в начале игры нет смысла. То есть вот сейчас как раз та ситуация, в которой просто нелогично закупаться в третьем раунде и устраивать изжогу с самого начала. А так в плане воли у них на самом деле все хорошо. Кстати, за спинами Virtus.pro сидит Лекс. И это... И не только Лекс. И также не только присутствует... Лекс. Менеджер команды, а именно КС-состава Сергей Бежанов. Он же Ломобот. И они о чем-то общаются. Но это для нас пока не важно. Мы ждем, когда закончится наконец-таки эко. И мы будем смотреть девайсный раунд. Да, вот там уже будет командой. Интересно. Да, тут сейчас тоже интересно, на самом деле, судя по тому, что происходит на карте. Показываем зрителям ну, в интернете, нет, вот что посмотри, было видно. Как грамотно действует Virtus.pro. Сразу же пытаются чекать две точки, при этом не спешат заходить куда-либо. А вот когда будут понимать, что действительно точка пустая или занята, уже будут делать какие-то выводы. Кучер вообще не торопится, ну и запирает Нео, просто не торопясь, совершенно спокойно, еще и в церкви. Ну и в итоге дымбэй, и можно спокойно, в принципе, туда заходить, пытаться ставить там пакет, но главное сейчас здесь где-то инициативу, чтобы никто не перехватил. Кучер минус 2, великолепно. Ну и ESC Gaming сейчас будут АБЦ разыгрывать ситуацию, посмотрим, что получится так, из вот этого. Гвардиан нарывается все-таки на минус, получает пару пулек от Таза, ну и падает в районе 10. Ну, знаешь, изи вот просто только ЦВП. Хотел сказать, что Virtus.pro можно отметить максимальную концентрацию на эко-раундах, потому что пытались не умирать, но вот Гвардиан поторопился с глоком, вышел один, получил птушку, ну и отдался, можно сказать. Ну и в итоге 3-0 после первых трех раундов, и ВП никто особо сильно вперед не вышел, 3 MVP они заработали за эти раунды. И нафармили, я бы даже сказал, очень много, с учетом последних их матчей в интернете. Так, пока что падает интересный дым, и давайте, наверное, посмотрим его траекторию. А, ясно, он был вот оттуда, откуда-то брошен. Так, я бы вообще посмотрел, что происходит на карте. И посмотри, поляки агрессивно пытались разыграть банан, но Гвардиан пресекает эту попытку. Опять ему дали эту игрушку. Вот нельзя ему давать эту игрушку, он просто весь интерес сломает. Ну, мы можем уже сказать, что это АВП, потому что поляки понимают, что у Гвардиана в руках находится снайперская винтовка, и с этой винтовки он уже сделал один минус. Один минус. Но не факт, что на этом на самом-то деле закончится, потому что мы знаем, что Ковач очень хорош с этого девайса, ну и для него АВП это как рыба в воде. Вот еще, знаешь, вот такая вот мини-нюанс, который присутствует, я не вижу Вилата. Это тот самый человек, который очень сильно болеет за команду ESC Gaming. Да, и вот без своего настоящего фаната полякам будет очень тяжело. Это единственный человек, на самом деле, я вот правду скажу, да, это единственный человек, который из всего став SLTV проголосовал в голосовании. Оно, кстати, не анонимное, за ESC. То есть мы выхватывали с него просто. Ну, верит он, да, верит в команду. Все правильно делает.
Ну, это его друзья, да, что с этим поделать. Точно так же он болеет за футбольную команду Волынь-Луцк. Поэтому... Ну что, Virtus.pro неплохо разыграли сейчас на Амуф и делают сейчас фокус на другую точку, соответственно, делают... Кубин отлично врывается на банан, забирает Гвардина. Ситуация 2-2, ВП продолжает заходить на Бэквент. Но тот был красный, поэтому это не стоит выбрасывать. В итоге идет ошибка и приходит хилпа от ЕСЦ. Та забирает, минус 2, и это 1-3. Отлично, поляки разыграли меньшинство. Кубин вот показал агрессию на банане. Показал то, что не боятся парни Virtus.pro, и то, что 3 в 2 ситуация, это никак их не пугает. Я готов признаться всем, что не болеют за ESC, если что. Вот. Они боятся Virtus.pro, по-моему. Ну. Ага, ага. Бывает, да. Так, ну что, смотрим дальше. Дося, сейчас будет от него интересный розыгрыш, и это, по-моему, да, да, играет на фастгане, но не удается так, ему здесь кого-то подловить. Быстро занимает дугу. Очень быстро в итоге дает контакт. Смотрим, как он сыграет дальше в этой контактной ситуации. Приходит к нему ассист и падает смог. Вот поляки понимают, что Дося просто так бороться очень тяжело, и вот только дым сможет им помочь. Но они изолируются, чтобы у них, по крайней мере, как минимум один мог стянуться. ВП эту ситуацию понимают. Это на самом деле обычный рядовой расклад. Просто самое главное, они боятся. Вот единственное, что реально страшно, да, это выходить на центр. На центре всегда есть словак. Со словаком ничего нельзя сделать. Он там просто... бетонируют центр, да. И вот... Ну, я уже сказал, вот этот чувак, это просто как рыба в воде. Как бы, все, тут дальше уже не обсуждать. Это как Форест, только вот он еще жестче с ВП. Ну что ж, контакт под Б сейчас был. Немножко поляков пытаются напрягать по разным фунтам. Как видим, атака у Virtus.pro разносторонняя, и это дает им на самом-то деле преимущество. Но не стягивая врага, конечно, будет тяжело, но и сейчас будет... Я бы, знаешь, даже как это сказал. Virtus.pro держит в напряжении всю, да, карту. Да, да. У поляков и не дают парням расслабиться, перетянуться, сделать акцент на какой-либо из позиций. А именно, будет ли это апвент или бэпвент. Вот не понимают поляки вообще. Так, ну что, смотрим, вылетают первые флешки, смотрим на Лурда. Лурд убирает ковры, на пленте справляются также со сплит-атакой. Остается 21, Ковач из Косака. Пытается пробиться в плент, бреет таза, заходит в точку, второй хэдшот, пасу. Это бомба на деньги, как минимум. 1-2. Сложная ситуация, палец и первый. Посмотри, вот не все так гладко с хаусбаром. Вот это просто жесть, Ковач! С какой планеты этот парень? С какой планеты нафиг? Просто великолепно разыграл ситуацию 1-4. Вот, да, он не то что великолепно, он просто сейчас отправил парней вообще в другое пространство, в другое измерение. Преисподнюю, я бы сказал, да? Да это хуже. Хуже. Это хуже, чем преисподнюю вот так потерпеть. На собеседование к дьяволу отправил поляков. На собеседование к спонсорам. На тему, как такое Короче, вообще возможно. На самом деле, хотел похвалить поляков. Втроем приняли отличный заход команды Virtus.pro, но вот с Ковачем справиться не удалось. Знаешь, после этого вот я смотрю, Фифларен задумался. Думает, ё-моё, ё-моё. А менеджер НИП так засмотрелся. Веселье продолжается, в общем. 4-1, друзья, Virtus.pro впереди. Благодаря Гвардиону взяли нереальный раунд. Но это когда-нибудь тоже заканчивается. Поэтому... Вот знаешь, вот такие раунды могут сломить команду ESC. И если в таком же духе продолжит Virtus.pro, то у нас будет счет 2-0. Ну... Не говори, не говори. Вот сегодня, знаешь, тоже Na'Vi сели играть. Все прекрасно понимали форму команды Na'Vi. Все прекрасно понимали, что времени у них просто элементарно не было, чтобы подготовиться достойно. И пока что очень жесткий профит на Б. ESC Gaming творят просто нереальные вещи. Досип не проявил внимательности, пропустил аж одного, как минимум, игрока на кафеле, который зарешал. И теперь ситуация 2 в 2. Вот тут уже интерес, прям сверхинтерес. Да, сделает минус Дося. Гвардиан красный остается. Красный нормально, да? Нормально, красивый. И у него не Опять очень ситуация. Опять-таки же, вот на этого парня очень большие надежды у Virtus.pro. Не хотят парни отдавать эко. Ковач, минус ворд в респауне. Знает, где находится последний игрок команды ESC. 15 секунд до конца раунда. Очень опасная ситуация. Пытается Гвардиан сыграть. Тейк-пуш в итоге погнал Но на тазу. Вот тазу опыта не позаимствовать, врывается таза и дает минус. Забирает прострелом Гвардиана. 2-4, ESC Gaming берут экономический раунд на Б-планте, устраивая дикую засаду для Virtus.pro, но ошибка была в индивидуальном плане. Ну, Дося просто, вот он вышел, и напротив него тело заходит с хелпы. Я видел на кафель. Дося, по-моему, увидел пиксель, начал топить в дым, но в этот момент игрок польской команды уже прошел дальше и... Вот такой вот интересный момент у нас получился. Да, и уже было сделать что-то просто невозможно. Но ЕСЦ молодцы, приняли. В итоге переворачивают они немножко экономику ВП. Грубо говоря, сажают их на минус бабки. Сами себе берут, естественно, девайсы. Но знаешь, если у нас будет вот
такой полуфинал, если будет вот каждый раунд приблизительно проходить по такому же сценарию, то это будет просто фантастическая игра. То мы, наверное, с тобой, седые, поедем лечиться потом в какую-нибудь психбольницу после такого. Я вот после раунда Гвардиана готов поехать в дурдом. А я на море. Ты на море? Ну хорошо. Это где тот дурдом, где есть море рядом? Ты про тот дурдом, в который я тоже собираюсь? Да, ладно, хорошо. Казантип называется. Итак, ну что ж, готовит Virtus.pro сейчас, как видим, занятие великолепного главного, наверное, можно сказать, да? И давайте смотреть. Так, ну показать еще. Отметить то, что вот поляки играют в очень глубокий... Это, наверное, я... Нет, хотя Virtus.pro уже понимает. Не, что... ВП это уже знает, да, естественно. Знают, если на главке пусто, там дальше все понятно. Там по-любому с плунта, там по-любому 15, там по-любому 20. Ну, ЕСТ здесь должны принимать, по-моему, без каких-либо проблем. Единственный, кто там как-то потерпел, это Лурд, но не дали размен. В итоге ТАСС отдался сотый пистолет. О, Ангел, великолепный дигл. Нео, минус Доси и 4 в 2. Смотрим на капитана ВП. У него позиция не из легких, но, естественно, его спокойненько здесь забирают. 3-4, раунд преимущества ВП за собой все еще сохраняет, но ЕСЦ дали ответку. И эта ответка весьма весомая. На самом деле, взять Эко против Бая – это очень жесткая плюс-мораль, по-моему. Это плюс-мораль нереальная. После отданного раунда 1-4, вот, знаешь, это, можно сказать, камбэк по морали был. Знаешь, вот до этого матча я пообщался с поляками. Что я от них интересного узнал, пока сказать не могу. Но могу сказать так, что парни, правда, вот очень-очень-очень терпят и сами не понимают, почему у них с ланами никак не заходит, почему не получается выигрывать. Так вот, и Лекс мне, пока с ним говорил, напомнил один интересный момент. Когда поляки, им проспонсировал отец Нео поездку на лан, и условие было такое, если они выигрывают, там условие было такое, я вам даю деньги, если вы, короче, сливаете, вы не играете в КС до конца жизни. И в итоге чуваки приехали на турнир, они выиграли турнир, потом они выиграли другой турнир, потом еще турнир и еще турнир. Вот ну так и, вот. И стали одной из самых легендарных команд. Да, вот примерно сейчас, примерно у них такой же расклад, так что поверьте, эти ребята умели удивлять. Гвардиан, open фраг против 15, минус Паша, один из жестких аймиров, решают снайпера. Ну вот какой-то фантастический фраг получился, Гвардиан уже отходя сделал этот минус, ну... Пашок явно прозрел от этого всего. Сейчас будет, по-моему, Тарзан стайл какой-то непонятный. И Лурд минусует Ангела с нестандартной позиции. Кубин минус Кучер. Лурд продолжает дейфить Песков. 4 в 3. И Virtus.pro продолжает также наступать. Наступать медленными шагами, но уверенными на точку. Но они понимают, что, они в меньшинстве. И сделать здесь будет крайне что-то тяжело. Пытаются зайти с плитом. В итоге Ковач снова сажает Кубина на хедшот. Доси минус Нео запирает суппорт с Бэтлента. Открытый на 15. Стас Лурд. Серия фрагов от ЕСЦ, и это 4-4. Поляки все-таки поляки. А как тебе поляки, которые просто впятером принимали аплэнд? Точнее, не впятером, после того, как Паша умер, парни сделали акцент на аплэнд и без шансов приняли заход команды Virtus.pro. Счет равный, 4-4. Ну, поляки, я думаю, не нуждаются в представлении. Волевая команда, очень волевая команда. Вообще, для поляков, по-моему, на этом турнире, а именно на финалах Стар-серии, задача стоит как минимум топ-2. Кстати, зрители, кто в зале, у кого есть фан-беты, можете пока что их кидать еще в урны. Урны скоро уберут после где-то середины первой карты. Поэтому, если есть желание что-то выиграть, у вас есть фан-бет, то вперед. Так, посмотри, что происходит. На Б заходит Virtus.pro, сливает, забирает при этом Нео. Кубина также отгоняют уже на плент. И вот если Кубин сейчас не сделает минус, большие проблемы будут у поляка. Ангел минус Кубин. Бомба пока еще не стоит, но это вопрос времени. Так, Пашечка у нас тут шел в лад. Вот он, интересный момент. Капитан берет все в свои руки. Подбирает девайс, пытается отжать. Минусует Лурда красный. Как такое возможно? Хедшот просто последний момент. 6 хп. 6 хп, ты в церкви 1 в 3. У Ангела было 6 хп с самого начала раунда. После того, как они убили Нео и зашли на Б, у Ангела было 6 хп. Поляки не попали ни пули. Три игрока польской команды, которые выбивали из Т-шки, просто не попали ни пули. Слушай, Counter-Strike начинает удивлять еще больше. Я говорю, вот это карта. Я считаю, что это карта. Так-то бы они его, конечно, убили. Но это тут было... просто мега-рандомная карта Инферно. Но... Я в очередной раз в этом убиваюсь. Ты в раунде очень правильно отметил. Я тоже замечу то, что, ну, если бы Кубин убивал хоть одного, то этого бы не произошло. Просто элементарно. Кубин не убил. Это ошибка поляков, а... ну, плюс индивидуальный скилл Ангела в сложной ситуации. Да, чувак-то мотивирован. Ну, Кирилл, знаешь, вот он мне напомнил героя из Доты Хускара, у которого в момент красного... Герой откуда? Из Доты. И откуда? Дота 2.
предыдущая так... дисциплина, которую комментировал Вилат и Каспер. А, это. Да, вот ясно. Короче, там есть такой герой Хускар, у которого... Короче, это не важно. Да, это круто. Вот, я, сравнение просто, дослушай меня. Когда красные хп остаются у Хускара, он начинает все быстрее и сильнее наносить дэмэдж своему сопернику. Вот с Ангелом была идентичная ситуация, и Карась просто выдавил максимум из ситуации. Может, пора написать Вальф, чтобы Доте 2 сделали Карася? Карася! Это будет интересный герой, наверное. Очередная рыба появится в Доте 2. Фокс минус Лур, друзья. Ну что, чистое преимущество за Virtus.pro. Удачный стрифнув под Б и, соответственно, в какой неудачный тайминг ловит Паша. Вот только контролил ковры, сразу же отвернулся, получил. Не, ну он отходил уже, зная инфу о Б-планке. Он знал то, что на Б там зашли, при том, что плотно пытались раздать. Просто после минус Ангела ВП сделали стяжку, и, в принципе, она решила. Самое главное, что на опасные какие-то расклады ребята из ВП не попали. До них в этом раунде все складывается более-менее нормально. А вот уже следующий раунд будет показывать куда больше расклады. И нам уже станет понятно вообще план ESC. Но на Next у них неизвестно, что еще будет с деньгами. Вообще, по сути, им светит экономическая стадия. Им нужно еще один делать слив. Но у Neo Калаш, и, может быть, они попытаются из этого выжать все соки. Рубина, по-моему, услышали и дошли до конца. Кучер прострелом забирает польского игрока. Последний в живых остается Нео, но... Его подрезают. Вот это лол. Фокс вот не дает лол. Засейвить АКМ. Но экономика ESC Gaming просто не должна сейчас позволять закупаться. Об этом знает ВП. 11 раунд, друзья, первой половины. Еще 4 остается, включая этот. И нас ожидает, наверное, у нас нереально интересная первая половина. Вот знаешь, да. Вот по-прежнему, когда вот Гвардиан взял раунд 1-4, я думал... Все будет просто для ВП, но потом начались качели. И вот эти качели заставляют меня поменять свое мнение. И я все-таки жду 3 карты от этого противостояния. Знаешь, я сегодня ждал 2 карты в первом полуфинале. Вот я так удивился, так порадовался за Na'Vi просто. Но ты тебе было приятно, когда Na'Vi взяли первую? Мне было очень приятно, когда Na'Vi взяли карту. Вообще, я вот просто был без ума от радости. Ну, я думаю, так же радовались болельщики команды Natus. Ну, болельщики, да. Да. Вот я на самом деле ожидал то, что они выиграют. Ну просто, вот знаешь, вот бывает такое, что раз, можно. Ну вот если бы не отдавали эко-раунды, вот мы разбирали в студии аналитики вот тот отданный эко-раунд, 5 глоков вышли в мидл, и вот возьми ты этот раунд, было бы все по-другому, но, к сожалению, уже ничего не поменять. Кучер, минус 15, забирает Нео. Расклад весьма интересный. И раскидочка флешками 15-20. Ну и в итоге сплит-выход, апленд, в принципе, тут все ясно. Я думаю, зрителю понятно. Все даже ESC Gaming здесь уже все понятно. Инфа прилетела очень-очень быстро. Ну и Лурд с Кубином попытаются сейчас как-то, не знаю, подпортить вот яркий набор раундов. Кучер просто беспощаден. Да. Воин Крыма, господа. Воин Крыма. Хладнокровно и просто без шансов для поляков. Забирает от двоих оставшихся. Счет становится 7-4 в пользу команды Virtus.pro. Ну, я не знаю, наверное, для того, чтобы у нас было больше экшена, может, мы поддержим команду из Польши хоть немного. Хоть немного. Зрительный зал есть? Зрительный зал. Похлопаем полякам. Есть тут? Аплодисменты для ESC. Ну а раунд продолжается, может быть, они им как-то помогут. Пока попытка сыграть жесткий прессинг Паша с Кубином. Ой-ой-ой, как Кубин прожимает дугу! И моментальный минус 4, подлов команды Virtus.pro на медле при попытке выхода на дугу. И это 5-7. Недаром хлопали в зале люди. Да это просто аура Фореста. Поляков это мотивировало. Это аура Фореста. Вот я тебе говорю, вот серьезно, вот они сидят и болеют. Сидят и болеют. Не, конечно, конечно, не хотят себе финал виннеров ESC, это понятно. Но с другой стороны, на самом деле, это не отменяет искренности их поддержки команды. Вообще, по секрету вам скажу, да, каждая команда, она будет болеть друг за друга всегда, как бы, да, даже если они часто встречаются на официальных турнирах. Потому что все находятся в одинаковых условиях, и у всех одно и то же, грубо говоря, в голове. Кому-то просто иногда везет почаще. Так, ну что ж, Virtus.pro убедились в этом раунде сейчас, что нет аркады, все хорошо, можно что-то попытаться занять и пытаются сыграть на ошибку ESC. Очень много смоков было сейчас брошено на дугу. Но есть попытка открыться. У ESC Gaming, вот посмотри на вообще просто стальной дев.
Никто ничего никуда не хочет. Все, ЕСЦ ждут здесь выпада. В итоге, оп, Лурда запустили в каверы, пусто, он дает инфу. Но сейчас ЕСЦ понимают, что либо это будет Б, либо это будет главка. И отбиваться будут в любом случае стоят до контакта, поэтому давайте смотреть. Раунд на стрельбе. Просто only стрельба. Капитанское решение здесь уже, по-моему, не решает, Юра. Так, ну что же, вот начинается экшен. Под дымок проходят пятерку игроки команды Virtus.pro. Паша, подлавливает кучера. Ангела великолепно разыгрывает 15. Ну вот просто вдвоем остановили заход команды Virtus.pro, Паша и Вурд. И остается последний в живых Кор. Ну и атака, как видим, на поздних секундах против ESC Gaming не самая лучшая затея ВП. Ну, по-моему, только что был технический брак у команды Virtus.pro. Да, вот да. Тот игрок, который должен был контролить выход с 5, просто сорвался непонятно. Это что. Слева. 15. Да, 15. 15, хорошо. Вот Ангел сделал свой минус, и, по идее, больше никого не должно было быть в районе Малых Песков. И надо было контролить только выход с респауна. Да. И вот тот игрок, который не законтролил эту позицию, наверное... Но там Паша еще очень четко ворвался. Но Паша ворвался в спину в дым. То есть он, можно сказать, уже просто шел ва-банк. Нет, он, нет, твой... почему, нет, почему? Ему с малых инфа пришла. Ему инфа пришла, он знал, то, что там идут. Ему пришла инфа, что прошло два игрока. Ну там какой был выбор? Там либо ладно, ты... Не будем, либо... Давай не будем, да, спорить. Давай не будем. Но не это ли показывает сейчас отчаянность ESC Gaming? Нет ли вот не вот такие вот именно действия? По-моему, это как бы показывает как раз-таки какую-то некую растерянность, да? Готовы на такие жертвы идти игроки, неоправданные аркады делать. Тем не менее, выиграли, но в другой раз они также понимают, что уже не пройдет. Да, то есть это была действительно в первую очередь ошибка игрока команды Virtus.pro. И уже только после этого можно отметить заслуги Паши, который отлично сбрил двоих и... просто потащил, можно сказать, раунд для своей команды. Тут нужно так, наверное, так, сказать. Очередная... Очередная медленная атака от команды Virtus.pro. Долго парни определяются, куда же все-таки стоит пойти. Но, наверное, в первую очередь готовят парни платформу для захода. Таз отлично забирает капитана команды Virtus.pro. Ну, Ангел подумал, что это сплит-огонь. Он думал, что там слева кто-то будет. Но в итоге этого не произошло. Отвернулся, его в спину, естественно, сразу наказали. 4 в 5. И вот он. Да, вот так вот приблизительно расположились игроки команды Virtus.pro, и мы понимаем, куда будет у нас идти заход. И вот справятся ли игроки команды ESC с этим заходом, мы сейчас с вами увидим. Нео, как же так? Кубин остается принимать, и еще пока что живой борется с кафелем, пытается уронить. Игрока атаки не выходит, приходит Гвардиан, снова достает свою игрушку, и от этой игрушки нет спасения никому. Минус Кубин, бэплэнд. Гвардиан, какой... Что у него за реакция? Что этот парень ест на завтрак? Я даже не понимаю. Не знаю, но вот опять-таки же... Но он ест то же самое, что гидрает по-любому, я уверен. Я бы не сказал, что что-то фантастическое попал в Гвардин. Поляки просто, вот непонятно зачем, по одному. Сначала ну, Кубин, потом ну, чувак, Паша. Ну, чувак, ты сам знаешь, что такое ВП в CSGO. Нет, я знаю, я тебе говорю просто про то, что поляки вот сейчас пытались сыграть все по одному. Кубин сначала выстрелил весь рожок с кольта, после этого достал пистолет и продолжал стреляться. Он мог просто... мансовать за ящиками. Но он этого не сделал, он взял и отдался. Отчаянность, чувак, отчаянность. Растерянность и отчаянность, это, ну, по-моему, очевидно. Ну, ВП это грозный соперник, как ни крути. В итоге грозный последний парень. Раунд первой половины, счет 6-8 в пользу команды Virtus.pro. ESC Gaming остаются сейчас с последними деньгами на ласте. Ну, там по 200, 450, 350, 150, 800 осталось. Но вот эти 800 можно было бы еще, наверное, на проброс потратить. Но пока мы не видим Нео в этой половине. Мы не видим Кубина. Мы видим только то, что Таз играет вместе с Лурдом и Пашей. Не, вот на самом деле выпадает из игры пока только Нео. Все остальные приблизительно на одном уровне играют. Вот. Ну, его все контакт-заходы на Б сразу ваншотили просто спокойно. Да не ваншотили, он допускал какие-то технические ошибки. Вот предыдущий раунд был тому показатель. Кубин пытается сейчас отстреляться, и за Б3 остается 6 патронов, в итоге Доси его также забирает вместе с Нео, и это 3-4. Но этот Б-плант уже отдавать просто смысла никакого не имеет, и здесь надо нереально ВП затупить, чтобы проиграть такое. Но ну, поляки втроем. Очень жестко раздать. Но вот тут уже Фок заходит в спину, и вряд ли удастся польской пятерке вытащить этот раунд, и счет первой половины, скорее всего, будет 9-6. Но Паша не отчаивается, пытается действовать, ему, правда, заходит в спину, и Кучер с Фоксом, в принципе, добивают. 9-6. Так, ну вот, и теперь давай просто глянем на статистику. Посмотри, абсолютно ровизна, можно сказать, у игроков. 11-11, 10-10. Это Таз, Вурд, Паша, Кубин. Virtus.pro также 13-12, 11-10, 10. Из игры выпадает только Нео. Да, Virtus.pro играет всей командой, но не будем забывать также то, что Гвардиан затащил нереальный раунд. Гвардиан нереально закрыл Б, и...
Гвардиан просто вот, вот два, как минимум, даже три, наверное, раунда вот на его плечах просто залетели. Если бы не он, этого бы не было и были бы эко. Ну и вот тот раунд 1-4, когда он с АКМ, оставшись это... на пленте, просто окруженный со всех сторон польскими игроками, разбросал их как котят. При том, что до матча он сказал «I'm tired». Просто и устал. Такой, да, просто устал. Нормально, парень. А что, когда он не устал? Я даже боюсь себе представить, что происходит. А я не боюсь. В эти моменты. Ну что ж, пистолетка, вторая половина. Ну и я попрошу зал похлопать командам перед пистолетным раундом. Это очень важный раунд для них. Им нужны ваши аплодисменты, не стесняйтесь. Все равно стесняются, не хлопают. Вот. Жесть, жесть. Ну что ж, пистолетка началась. И давайте смотреть. Вот мне интересно, как сейчас ВП на А распределят свои силы. Потому что там языковой барьер будет препятствовать, в принципе. Смотри, отличная Грена прилетает просто на главку. Нео. Забирает у Макса кучу ХП. Нео, походу, решил реабилитироваться за первую половину. Делает open фраг. Забирает капитана команды Virtus.pro. Смотрим, что предложит сейчас Дося. У него здесь идет прием. Мы его Дося просто предлагает отличный хедшот по шку. Очень хороший минус. Очень нужный. 4 в 4. Несмотря на такой поворот событий. Ох ты ж, Нео, как поставил сейчас няшку Фоксу. Просто стрейф-килл, и это 4 в 3. Что будет дальше, пока непонятно. Нео. Ну, Нео просто манцуется, убивает. Дося его, конечно, выщелкнул здесь. Смотрим, что Гвардиан предложит в ситуации 1 в 3. Ничего! Это 9-9, грубо говоря, друзья, и SC Gaming сравнивают. Я бы даже сказал счет. Но это я забегаю вперед. Да, на самом деле еще на два раунда попытаться здесь протащить. И они будут, естественно, против эко. Посмотрим, что ВП придумают. У них эко тоже опасно. Тем более, что Кость, например, это игрок с ВП. Фокс это игрок с ВП. Кучер это игрок с ВП. Если после того, как взяли Коуча в команду, Фокс перестал быть мейн АВП команды. Но он может взять. Я говорю это к тому, что у этих трех игроков... Да, есть потенциал играть снайперскую винтовку. Есть потенциал играть жестко с пистолетами, потому что с АВП ты не убиваешь. Иногда бывает и такое. Да, и поэтому твой пистолет должен работать на уровне, как у любого другого снайпера. Поэтому здесь пистики могут, конечно, жестко порешать. Но смотрим за ESC. Смотрим за ESC. Так, интересный дек они дали вообще. Очень жесткий. Вот... Что подумать, когда там такое лежит? Пытаются пробиться на Б. Дося минусует тазов. ESC продолжает атаковать. Ну, пытаются... Дося должны сейчас забирать, понимая, где находится Досян. Гвардиан попытался также застать врасплох. Ну, попасть попал, но не добил. Соответственно, лут в качестве замка. Ну и номера 6 и 9 остались в живых у ВП. Это Гвардиан и Фокс, которые спешили на помощь весь ЕМС против НИП. Ну и Фокса убивают. Печаль момент, печаль беда. Ну что будет делать ESC? Постараются забрать Гвардиана, но Гвардиан не так-то прост. Да, ну Ладик не сдается, конечно же, да. Смотри, поляки просто боятся идти на Гвардиана, понимают, что этот парень может сделать что-то сумасшедшее. Ну и Кубин единственный, кто рискнул и риск свой оправдал. В итоге взорвался. 8-9. Раунд преимущества Virtus.pro за собой все еще сохраняют. И давайте смотреть на их деньги. Не рискуют, не рискуют. Вот я сейчас ждал. Я сейчас ждал именно того момента, когда они купят. Но они не купили. Ну, очень скользкий счет. И вот рисковать в такой момент, это был бы полный провал. Ну, при том, что ESC уже проигрывали. Кто бы что ни говорил, а проигрывали другим составом, да, на другом турнире. То есть, да, на четвертом сезоне. Но, тем не менее, сейчас это того не стоит. Гвардиан не попал Лурду в голову. И, естественно, ковры остаются за... командой ESC. Они сейчас будут пытаться, наверное, пошагово действовать дальше и каждую позицию попытаются разыграть в свою пользу. Ну вот, например, сейчас можем наблюдать за Кубски, который очень уверенно закрепился и прошел. Смотри вообще, как стоит Фокс. Ну там был, да, интересный момент. Вот я ждал, будет ли там выпад от Фокса или нет, но в итоге он его не сделал. Ну и, соответственно, прием пока что с плента. Это лучшее, что, на что могут надеяться ВП. Так, ну вроде бы не должно возникнуть никаких проблем у поляков на эко. Да, беру спокойный сбор. Без потерь. Счет 9-9, и у нас начинается все с самого начала. Не все с самого начала, все на самом деле только продолжается. Еще у Virtus.pro будет сейчас очень много моментов игровых, я думаю. Я думаю, даже, знаешь, раунда до 13-12 здесь явно кого-то в преимущество ставить нельзя, потому что, опять-таки, Инферно. Инферно, если уже обыгрывали ВП, они просто это умеют. Единственная и самая глобальная сложность для ESC это Гвардиан, потому что с ним непонятно, что можно сделать.
Так, ну и что же, закупка от команды Virtus.pro. Есть тот самый девайсик, которого боятся поляки. Ну и посмотрим, удастся ли Guardian'у его реализовать. Ну, пока Guardian Forever Alone. Так что... ничего и не сказать. У Паши, кстати, я не наблюдаю присутствия той же самой снайперской винтовки. Видимо, решили на одном темпе разыграть. Посмотри, что готовят. Вот это вот уже очень интересно. Да, попытка выпада в центр. Фок забирает Нео Кучер. Минус Тас. Ну тут просто идеальный перекрестный огонь. И, соответственно, доминация команды ESC. Все, просто с одной потерей. Как? Вот минус 4 от Фокса. Да. Минус 4 в раунде от Фокса. Заканчивает этот раунд Virtus.pro с одной потерей. Берут его. 10-9. 20-й раунд первой карты. Начинает, по-моему, сейчас уже поджимать. Вот врыв, наверное, начнется. Польский. Знаешь, в 1.6 была такая прекрасная... были такие прекрасные моменты, как польские диглы. Вот здесь пока что... вообще диглы как таковы пропали у нас из Counter-Strike. Ну, ангел с тобой не согласен. Ангел, ну, ангел-то единицы. Массы это... пропали. Нож единицы, чувак, нож единицы. Да ладно, я вам недавно посадил. Кого ты посадил на нож? Да для тебя просто он режет каждый. Тебя, говорят, даже в доте на нож посадили. Даже в доте. Не говорим уже про КС, да? Да ладно, Юра, ну что же ты? Заставил меня покраснеть. Не включай виженку, не надо. Смотри за поляками, смотри, как атакуют, браво, а. Очень жесткая прокидка сейчас была. Медла от ESC, в итоге два опенфрага, минус Фокс, Кучер, они убили сплит-перекрестный огонь. Укрепление двадцатки разбавлено, ESC продолжают создавать давление на Адосе. Единственный, кто может поменять как-то ситуацию в упоре, но... все, вся ответственность падает на Гвардиана и его снайперский агрегат, соответственно, плюс капитана команды Virtus.pro. 2 в 3. Очень сложная ситуация для ВП. Очень легкая ситуация, АБЦ ситуация для ESC. Вот знаешь, только что я заметил такой момент. Поговорим. Ошибка от Нео. Ангел, 2 отличных минуса, последний. Ой-ой-ой. Паша, ну и вот зачем лезут поляки? Объясни мне, пожалуйста, зачем? Непонятно. Вот я не могу этого понять. Бомба стоит. А время играет в пользу команды ESC. Зачем они вылазят? Зачем они пытаются навязывать агрессию команде? Ну, это, знаешь, это показывает опять-таки их отчаянность. Вот, как мы с тобой уже отметили, они сейчас отчаянные. Ты сам прекрасно слышал, о чем поляки могли тебе даже рассказать, если ты пообщался хоть с кем-то из них. Что вообще стоит ожидать от этой команды в ближайшее время? Ну, это все равно, как минимум, игроки, у которых миллионный багаж опыта за спиной. И вот такие раунды парни должны просто щелкать, как орешки. Вор, есть open фраг, забирает Кучера при поджиме на главку. Паша, минус ангел на банане. Ну и не спешат дальше заходить поляки, хотя вот Кубин поспешил. Приносит просто бомбу Досе. Ну это просто жесть вообще, какой-то непонятный от ESC, если честно. Ну, и пакет не забирают просто. Ну вот просто придумывают себе проблемы на ровном месте. Зачем вот... ну, у меня просто в голове это не вкладывается. Пытается пробиться, ESC атакует через Нео, Доси приедет его, Гвардиан подлавливает тазы, и в секунду Virtus.pro просто раздавили на этой потерянной бомбе ESC Gaming. Что за бомба? Почему он ее пошел и отдал? Ну вот Кубин явно допустил ошибку, или тиммейты, которые не последовали за своим капитаном, не знаю, вот что произошло, но вот за Кубином надо было идти сразу. Да, и добирать Досю моментально, не давать... Ты же видел даже третьего чувака, который мог подобрать бомбу и упрыгать, а он в итоге просто пропрыгал, он даже не стал чекать до конца плент, он просто ушел без нее. Ну вот. Задача была забрать ее. Ну все, что, Гвардиан берет просто спокойненько себе дальше свою игрушку, и уже open фраг есть за него. Ну, ESC пистолеты, понятно, отдача 13-го раунда, пробили Фокса. Есть шансы выйти сейчас через ковры, но, ну опять, вот опять, ну теперь у него гранаты, я не знаю, сколько у него там фрагов. Ну, 19 на 13, но по игре я бы ему все 50 дал. Ну, вот так вот Гвардиан играет. Привет, я Гвардиан. Я из Словакии. Да, вот после тех отданных раундов, которые отдали ESC, я не знаю, я бы очень расстроился. Да все бы расстроились, наверное, кто бы что ни говорил. Ну и в итоге 13-9. Три раунда Virtus.pro нужно для победы на первой карте. Два раунда для ничьи. У ESC Gaming сейчас играется крайне серьезный раунд. При отдаче его они теряют экономику, они теряют режим бая, и это будет просто бесплатная ничья для ВП, если
все пойдет как надо. Играют снова через Ковача на Б. И не дают играть Ковачу. Отличный минус Ангел. Нормально разыграли поляки. Упор забрали себе. Но вот что будет дальше, пока непонятно. Да, есть нежданчик для поляков на Б-пленте. И этот нежданчик был жданным для Паши. Минус Доси. Опять в 2. Кучер, Фокс, наверное, будут сохраняться. В любом случае, нужно здесь это сделать. Хотя по деньгам Гвардиан может дать 2 дропа вообще спокойно. У Доси будет, у Кучера будет. Ну, все хорошо. Вот самое главное, экономику во второй половине себе набрали. Чтобы в случае вот таких вот терпежек у ВП все было нормально. Ну, ты учитываешь, что максимальное количество раундов, которое допустимо, это 8 оставшихся раундов. То есть счет 15-15 при этом будет. Ну и даже вот не знаю. И на все раунды Virtus.am точно денег не хватит, поэтому, наверное, лучше все-таки засейвить. У нас будет пауза в конце этого раунда. Сразу предупреждаем вас. Так, а кому понадобился ребут? Дося нужен ребут. Ну вот тот самый Дося, который в предыдущем раунде сделал 4 минуса на Б-планте. У нас уже сразу же техник пошел смотреть, что там происходит. Ну вот, походу, Дося недаром спрашивал, вагает ли у парней в дыму. Наверное, у Дося вагало. Ой, друзья, на самом деле, правда, рандомная штука. Мы сцену проверяли, перепроверяли. На ней вчера поиграли, сегодня поиграли. Вот какие-то вообще, я не знаю. Нет, ну вот мне сказал Дес. Дес. Что вот после того, как Вали выпустил апдейт, что-то начало происходить не так. И вот сегодня на первой карте все нормально, компьютер работает идеально, ничего не лагает. Ты заходишь на вторую карту, и у тебя начинаются какие-то приключения. Да, 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 и после каждой карты нужно делать ребут, да. Надо вот делать ребут, да. Этот вот, расклад уже описали. Досе понадобился тот самый ребут. Не знаю, делали в апдейте, но вряд ли это компьютеры. Я думаю, да, вряд ли, потому что, ну, потому что вот, нет, вчера Virtus.pro играли серию из, по-моему, 5 матчей, все официальные, вот ты перечислял. Да, да, да. И не было ни одной проблемы у парней на сцене. Ну вот, не знаю, нужен был ли так этот апдейт от Valve? Ну, Valve он точно был нужен нам тоже, потому что там повесили всю инфу о том, что сегодня, здесь, сейчас, все такое. Поэтому мы рады, конечно же, апдейтам от Valve. Лучше пусть будут апдейты хоть какие-то, чем их не будет вообще. Это самое главное. Так. Я пока что зашел на сайт к нам, на CSGO StarLadder TV, друзья. Читаю вот репортаж. Весьма интересный. Кстати, напомню зрителям в интернете, если вы с Киева или собираетесь на LAN-финалы с LTV Star Series, у вас есть возможность принять участие в конкурсе «Лучший болельщик». И именно в нем вы можете выиграть целый монитор. Все, что вам нужно, это нормальный плакат, где вы ярко красками покажете, за кого вы болеете, почему, зачем, и то, что вы крутой. Ну и, соответственно, можете глазки подкрасить, прийти. Да нарисуйте хоть квадрат Малевича, все равно. Ну, а если вы девушка с таким плакатом, у вас третий размер, то вы можете там чуть подальше пройти. Ну, это к Игорю заходите. Да. Ну, а пока можно зайти, наверное, в ВКонтакт. Можно чат на Твиче читать в такие моменты, но лучше не будем. Я сегодня видел там атаку. Там вообще, да, вот... Русских. В самом начале, да, когда мы сели за компьютеры, реально была просто ужасная атака. Не, ну надо же посмотреть, сколько нас хотя бы смотрит. 26 тысяч в интернете сейчас за нами смотрят, включая 10 тысяч Тоби. У Тоби на английском стриме, который теперь... И еще есть NipTV. Еще есть NipTV, у которых 5-100, у Тоби есть камеры просто и вот такие вот дела. Кношен 1736, нормально. Короче, где-то около 50 тысяч наблюдает за этим событием. А потом говорите, что вот CSGO не интересен, а это дотеры ждут. Ну, знаешь, вот я примерно представил еще за тот лан-хал. Дотеру ждут. 30 тысяч человек сидит и ждет. Смотря в картинку, на которой ничего не понятно. Да КС всем понятен. Ну что, 13-10 у нас. Ждем мы Доси. Доси уже готов сейчас ворваться обратно. Извиняемся за такой момент. Паша уже и вот нос почесал, и лоб почесал. Вот чаю теперь надо попить. Совсем все ужасно просто. Тасс задумался. Гвардиан на ваших экранах. Hello, Guardian! Guardian ничего не слышит. Я надеюсь, эта пауза позитивно отразится на обеих командах. И все-таки парни не будут допускать больше вот таких вот грубых ошибок, которые допускали в предыдущих раундах. Ну и от этого наша игра станет только интереснее. Только зрелищней, только хардкорней. А мы за хардкор, мы за экшен в КСе. Ну что ж, 13-10. Теперь уже у Фокса что-то. У них там какая-то... Смотри на Тоби. Он, по-моему, словил свою волну. Тоби! Yeah. Тоби! Давай, давай! Давайте похлопаем Тоби Вану. Давайте, Тоби! For you, for you! Yeah, 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 for you.
Итак, Тоби доволен. Тоби всегда доволен. Ему нравится. Один из самых позитивных комментаторов, с которыми лично знаком я. Ты не самый позитивный. Что-что? А, меня просят перезайти, да, конечно. Но пытание. И Юра перезаходит. Опять на экранах. Но... Гвардиан, там где-то Лекс, который отвернулся. А, так и я не могу перезайти теперь. Набрили меня с сервера. А я на сервере. Ну все. Все. А я пойду потусуюсь. Да не, все нормально. Все нормально, просто там игрок теперь не может перезайти. Ну а к нам-то пока повторы можно посмотреть. Вот, кстати... Юрец, перезайди. Один из моментов. Один из моментов с Ангелом, где он сделал невероятную серию фрагов. Да, вот посмотрите, это вот ключевой момент. 6 хп у Кирилла и просто какая-то фантастика происходила. Кирилл двигался как Нео из Матрицы. Вернее, Матрица двигалась. В Кирилле, да? В Кирилле, да. Чтобы такое взять, но я не знаю, как он смог сделать эту серию фрагов. Доси пока пытается перезайти. Ну, я уже представляю Серегу, который говорит, Кирилл, тебе красное или синее колесо? И Кирилл, красное. Ну и оказался... Выбрал правильный. Точнее, сделал правильный выбор. Что-что? Мы не давали ему выбор. Просто дали красное. Ну что, начинаем потихоньку спать. Так, я еще раз попытаюсь перезайти на сервер. Вот просили меня перезайти, и теперь я также не могу подключиться. Не хватает сватов на сервере, не знаю, что за бред. На самом деле, до этого все было отлично. Сваты на сервере во время игры у нас не меняются, поэтому просто какая-то мистика у нас происходит. Мистика. По-моему, это все апдейт от Valve. Я думаю, что это не апдейт от Valve. Я думаю, что это просто вот нам не везет. Правда, честно. Все проверили, все перепроверили, который раз. И что-то происходит. И как обычно, у нас что-то. Что-то пошло не так. Ну, сейчас мы ждем свежего решения проблемы, и оно уже будет. Просто не может попасть Доси на сервер обратно, Юра тоже, но это ладно, тут уже я вижу, да, все подсветились. Без Юры мы еще обойдемся, вот с Досяном это, конечно, проблема. Да, да. Ну, я думаю, можно и 5 в 4 доиграть, если что. По правилам там же можно, да? 15 минут опоздания. Так, может, монетку, кто пройдет финал? Так давай сразу, да, по монетке на сцене. Вот это будет вообще просто экшен. Жесткий экшен. Ну, а я пока что напомню зрителям то, что у нас разыгрывается в интернете 6 ключей CSGO. Все подробности вы можете найти на csgo.starladder.tv. 6 ключей на 6 матчей. Конкурс прогнозов на каждый матч. Вы можете зайти на страницу vk.com/ksslTV и там узнать все подробности, детали. Вообще там на стенке очень-очень много инфы по этому поводу, поэтому пока что я даже, наверное, зайду и посмотрю как раз. Ну вот, угадай победителя сразу. И висит, кстати, голосование надо посмотреть. В голосовании приняло участие 2328 человек на матч Virtus.pro ESC. Из них 2030 человек проголосовало за Virtus.pro и 298 за ESC. Как-то 90 на 10 не радует на самом-то деле. Ну да, вот статистика говорит о том, что все-таки больше верят в команду Virtus.pro, но вот на самом деле по игре, если бы, вот еще раз повторюсь, поляки не допускали того количества ошибок, которые допустили, то счет бы был сейчас равный, абсолютно равный, а может быть даже поляки были бы и впереди. Ну есть общее голосование, кстати, вот. Да, победа ESA Gaming, Виталий Волочай. Это жесть. В общем, голосование, друзья, пока что лидирует Virtus.pro, но мы к нему обратимся чуть позже, после этой игры. Возможно, уже только завтра к следующей встрече, потому что сейчас оно не является объективным. Мы все прекрасно понимаем, что ВКонтакте сидит русскоязычная аудитория, все проголосовать не могут. Но у нас голосование висит также и на сайте, в принципе, где все более-менее. Так, смотри, Дося вроде бы заходит на сервер, я также наполовину подключился, но дальше меня не пускает. Дальше тебя не пускает. Походу, это антирак. По-моему... SLTV Connected написано. Досян, походу это антирак. Как тебе такой вариант? Вот меня тоже не пускает. Досян, зачем ты нам сломал весь полуфинал? Просто на части порвал. Растерзал. Ну, пытаются разобраться в проблеме сейчас. Я на самом деле сам не понимаю, в чем прикол. Но я пока, наверное, зайду и посмотрю. Так, а на Gaming Bets вот коэффициенты не меняются. А, теперь решили проблему, ура. Вот Тоби Ван, наверное, не знает, что его на HLTV.org уже
Уже не любят. Так, а в чате что у нас на Твиче? Вот я смотрю. Диверсия против ВП, наверное. С Доткой то же самое было, тоже надолго. Пауза была из-за непредвиденных обстоятельств. Да там было все предвидено. Непредвиденно было только то, что почему-то у кого-то что-то не хочет творкать. Все. Решили проблему, Дося залетел, Юра сейчас зайдет. Друзья, ну что ж, 13-10, давайте похлопаем командам, покажем, что мы здесь. Арена, Киев Киберспорт Арена. Ну, в ладоши. Понеслась. 13-10, 3 раунда есть у Virtus.pro. Напоминаем вам также, что очень-очень жестко разыгрывали ВП свои раунды. А вот господин сейчас, как видим, ну вы видите, что видит товарищ вот этот вот. И мигает там не что иное, как пакет, который он должен убивать. Посмотри, какой пиксель выцеливает. На прострел ждет. 70% углов, друзья, в CSGO простреливаются. Это вот отличие 1.6. Может, в Альве сделали Гвардиану чуть больше процентов на попадение? Ну, я думаю, что вот после этого, думаю, что нет. Просто без шансов забирают Вуда в коврах. Есть численное преимущество у команды Virtus.pro. Тема в том, что если бы не дали, короче, Ковачу чекать мид, то была бы инициатива и преимущество. А так ВП по факту засчитали сейчас половину раунда. ЕСЭ, они прекрасно знали, что там была подготовка дуги, они ее слышали, во-вторых, увидели бомбу на меди. Так, ну и что же, поляки заходят на плент, есть два минуса от Virtus.pro. Ну, перекрестный огонь здесь просто не позволит, правда, Нео в пленте забрасывает в Гвардиана, пытается сыграть на экономику и его забрили. Но бомбу он успевает поставить, будут деньги у ЕСЭ, будет борьба на 14-м раунде ВП. Пошел деф. Бомб has been defused. Ну и Нео дал минус 2. Они, кстати, ну ты ж ману оставляет. В моментах на точке играет просто на уровне, а дальше начинается катастрофа полная. 14-10. Два раунда нужно Virtus.pro для победы на первой карте. ESC Gaming, естественно, нужно брать этот по-любому. И смотрим сразу же за повелителем штанги, гантели и всего железного, что может качать ваши бицепсы. Ну и пока ему будет скучно. Ну вот обычно Гвардиан таких не прощает. Посмотри, как Гвардиан чекает, и нету минуса. Ну тут ты посмотри на бары, чувак. Да это просто два лучших друга. Один лучше другого. У одного минус много, у второго минус чуть больше, чем много. И это уже жестко. Чуть больше, чем много. Ну да. Ну вот то, что у Гвардиана сняло, это, по-моему, очень много. Это почти минус 70, как бы, да. Жесткий размен пулями. Опять же, попали друг другу в ногу, знаешь, бывает такое. Два косых, как говорилось раньше, да? Два корейца пошли занимать дугу. Так, ну что же будут поляки делать? Поляки будут делать свой раунд и будут идти, естественно, до конца, не отставая. Они дали очень хороший вот этот вот смок, плюс флешки от этого парня на эту точку решили. И все основное, естественно, будет вот тут. Но тайминги ВП позволяют вообще решать очень-очень многие моменты, которые мы с вами не видим. Нам кажется, что чувак старался, на самом деле он просто вышел в нужную секунду, потому что знал эту секунду. Смотрим прием. Пока прием не очень красочный, минус 2, ангел остается один, у него ничего. На самом деле очень-очень хорошая раскидка была от поляков. Занимают бэплэн без размена, ситуация 3 в 2, и, по-моему, Virtus.pro будут сейвить свои девайсы. Да, здесь уже не имеет смысла просто ладику тебе отдавать авик. Есть кучер, есть фокс. По деньгам ситуация такая, что это будет, скорее всего, продроп раунд на Next. И шансов, то, что будет полноценный какой-то бай, очень-очень мало. Но если гейминг берут нужный себе раунд, фокс отвлекает на себя внимание. В итоге принимает спокойно лурда, как А, Б, С. Ну и ESA отправляется, естественно, в чудесные поиски команды Virtus.pro. Но их продвижение будет очень-очень медленным, потому что рисковать ребята не хотят, и теряться им тоже не рекомендуется сейчас, потому что любая потеря — это уже удар по экономике. Это уже минус 2700 на АК, минус косарь на армор, минус 300 на гранату, 200 на флешку, 200 на вторую флешку, еще 300 на дым. Возможно, еще 50 на декой. Ну да, еще 50 на декой, еще где-то 500 на P250. Ну и пачку сигарет бы купить еще. И вообще было бы все, наверное, великолепно. 11-14, ESC попытаются сейчас, скорее всего, зацепиться за 11 раунд. Смотрим за самым интересным снайпером современности в CSGO. Неординарным, я бы, наверное, сказал. И пока что его уверенная игра на центре впечатляет на самом-то деле. Несмотря на изоляцию, он успел дать нужное хае. Но мид он особо сильно не покоцал. ВП, смотри, кстати, без инфы. Агрессивно поляки занимают банан, заставляют Virtus.pro тянуться в глубокий дефенс на Б-планте. Тем самым не дают никакой информации для ВП. Ну и теперь могут спокойно строить свой
полноценный раунд. Оу, какая флешка. Оу. И Паша промазал по выпадающему ангелу. Ангел понял, что пахнет геложареным, естественно, отошел. И закрытый дефенс, по-моему, ВП будет сохранять вообще на двух позициях после такого поворота событий. Ну, как видим, пытаются вот с этой позиции на эту смещаться, чтобы принимать эту банду. Так, смотрим. Тоже заходят поляки на аплэнд. Есть минус от Нео, забирает Гвардина. Фокс минус Нео, Кучер забирает Вурда. Кучер минус на сплэнте, бомба падает. А ВП у Паши есть. У Кубина есть такая трибовая ситуация. Пытается протаранить плэнт Кубина ошибкой, но Кучер не понял этого. И 2 в 2. Дося с Ангелом против Паши, у которого есть винтовка, и против Кубина. Нет, нет, нечего кинуть, нечего кинуть. Один кит на всю команду, и ВП готовит сейчас бомбовый выпад, как ВП я понимаю. Правильно все делают, некуда спешить парням, понимают, что есть у них секунд 30. Ну и теперь могут полноценно разыграть этот раунд. Паша минус Дося в коврах, Ангел забирает Пашу в ответ. Кубин один на один. И берет, берет этот раунд. 14-12. Поляки все-таки сумели, сумели зацепиться за свой 11-й раунд. Взять 12-й. И теперь проблемы с экономикой уже у Virtus.pro. Теперь как минимум один раз придется в любом случае слить. Полного бая не будет. Ух, ух, ух. Слушай, если я говорю... Заруба. Заруба. Не дают жизни на Инферно. Вот вспомни, если... Не, знаешь, вот если вспоминать даже... Финал четвертого сезона, когда эти команды уже встречались друг с другом, там был совсем другой КС. Там была совсем другая игра. Я вот тебе скажу по секрету, я вчера комментил про серию, там тоже был совсем другой КС. Там был не КС. Это было просто фантастика. Про серии мы, я потом пройдусь своей специальной троллинг-программой КС в СНГ. Команды просто безобразно себя ведут, и вот надо брать пример вот с топовых коллективов. Ну какой, ты чё, ты чё, это же не круто, пацаны не поймут. 14-12, друзья, два раунда за ВП. И пока количество этого вот преимущества все меньше и меньше. Ой-ой-ой, что только что произошло? Наверное, смогу это я сказать, потому что Кирилл прочекал направление атаки команды ESC. И теперь, если... Не будет... Ну, вот посмотри просто, что на карте происходит. Ну и что же, тут просто... В лоб начинают заходить поляки. Есть первый минус от команды Virtus.pro. Фокс забирает Пашу. Вот тут самое главное понять, понять то, что это засада, и уйти. Да, поляки понимают, но при этом без шансов расстреливают Virtus.pro на бэк. Как такое получилось, непонятно. То есть пытается сыграть с шары, но не выходит у него этого сделать. 4 в 1. Ну и очередная пауза у нас будет на сервере. Походу у кого-то подлагивает. Ну Тас пишет ха-ха. Lagging again. Ой-ой-ой. Have the same, пишет Тас. Походу... Лаги в обеих команд. Да, ну, возможно, из-за альтаба, как говорит Кубин. Кстати, вполне возможно. Паша написал целую поэму на русском, но... Да, ну вот... Ни одного слова знакомого я там не увидел. Теперь придется постараться написать все это заново. Ну, по-моему, просто забил Паша. И не будет напрягаться. Ну что ж, Ангел сейвит свой АК. Ну, Фокс троллит Bad Russian. Ну и ставится должна сейчас, наверное, пауза, как я понимаю. Да, ставится пауза на сервере. И... Счет 14-13. Давай посмотрим, что с экономикой у ВП. Не будем мы говорить, что происходит. Можете только посмотреть. Не, ну можно, наверное, сказать то, что у них все равно в минус по деньгам уходит Фокс, как я понимаю. Минус достаточно жесткий, судя по всему. Так, ну на этот раз ребут понадобился Кучеру. Да, не Доси. Доси, у тебя все нормально? Сейчас у всех по очереди будет начинать лагать, ну, говорит инфу Дося нам. Тут будем сидит... надеяться, что такого что-то не произойдет. Шведы что-то тут руками машут. Что-то там, да-да-да, я тоже, да, все нормально. Радуются. Паузе. Не, они, наверное, просто думают, то, что наконец-то Virtus.pro дали слабину, а там просто ребут. Понимаешь, о чем я? Они-то думают, вот оно, вот она пауза, тимтолк, все жестко. Как бы надо обсудить, но этого не происходит. Дося просто бежит в желтый, идет обратно, садится на место. Игра продолжается. На самом деле 14-13, тут сейчас будет не до смеха. Сейчас будет ключевой раунд, который решит экономику ВП, который решит экономику ESC. Я, наверное, пока снова уйду в альтап и обновлю наш репортаж на StarLadder'е. ksgo.starladder.tv. Первый день финалов. Или просто финалы лайв. Ливия. Ливия там написано.
Так что джойнимся и пишем какие-то комментарии веселые. Когда уже наконец будет матч ВП и СЦ? Привет. Так, а на ваших экранах повтор, когда Гвардиан остался один против четверых и сделал просто что-то невероятное. Был повтор, да, как я да, понял? Да, был повтор, мы его тоже прозевали. Тоже прозевали. Ну, если, главное, чтобы зрители на трансляции были если довольны. У нашего оператора есть возможность повторить его, я бы с удовольствием еще разок глянул. Александр, можно еще раз этот повтор вывести как-то? Ну, вот, походу... Ну, нельзя, значит, нельзя, ладно. Да, нет, так нет. Нет, так нет. В студии аналитики, я думаю, мы точно посмотрим на этот момент и более детально разберем его. Очень детально. Не, ну, вот вспоминая EMS, там была аналогичная ситуация, когда на втором дедасте Гвардиан остался 1-3 на А с поставленной бомбой, у него в руках была ВП, его жали два игрока. Не, его жал один с КТ, один с длины, один заходил с парапета. Гвардиана был только АВП, да, это примерно, ну, представляешь, уровень НИП на сыгровке выбивания такого парня. То есть какая там сыгранность, чтобы выбить одного чувака? Ну, вот знаешь, вот я сегодня даже с Маркевым этого... разговаривали, вот просто вот момент такой вот, именно касательно НИПов. А, парни вот немного самоуверенно себя чувствуют, и да, вот в моментах, да. Когда даже Старик оставался один против двоих, Форест мог сыграть более сейвово и не оставить Стариксу просто ни шанс. Но решил сыграть... Как Форест, да, получил. Поставить просто в голову, но получил Астарикса достойный отпор. Получил куском сала, да? Да. Вот. Но тебе это было, конечно же, приятно. Так, у Нео тоже там какая-то супер-ультра-трабла, как я понял. Ну, уже так же он в Counter-Strike настраивается, кучер уже заходит на сервер, так что, по идее, игра у нас восстановится буквально через несколько секунд. Ну и самое главное, надо не забыть, что на вторую карту нужно ребутнуть просто все. Сразу. Всю арену, везде все перезагрузим. Даже лампочку на улице. Пофиксим. Извиняемся за задержку, на самом деле. Действительно непредвиденно. И, ну, как такое возможно? Я начинаю думать, что, значит, сидит какая-то где-то гадалка. И вот просто 6 сезонов подряд нагадает там что-то. Что-то там чирикает. Потому что уже смешно. Уже самые нереальные проблемы произошли. Я не знаю, на этих компьютерах просто все летает. Только не на лан-финале. Вот. Правда. Ну... Мистика просто. Мистика какая-то, да. Ничего с этим не поделать. У нас зато теперь есть микрофон модный. Красивый, да. Красивый микрофон StarWadder'а. Если бы еще батарейки не садились, было бы круто. Было бы вдвойне лучше, потому что сегодня пришлось проводить конкурс фанбетов, и у меня просто такой выключился микрофон. А что с этим делать, не ясно. Так, ну что ж, пока что напомню, друзья, то, что конкурсы для тех, кто в интернете. Они есть в CSGO, они есть в Dota 2, они есть в PB и в ШК. Проходим на сайт live.starladder.tv, csgo.starladder.tv, изучаем новости, там написаны все условия конкурса, все варианты получения вашего приза, выигрыша вашего приза и все прочее. Надеюсь... Зрители в интернете останутся довольны. На самом деле ничего простого нету, просто вот касательно розыгрыша ключей CSGO, full рандом, но это сделать может каждый. Так, ну что ж, судья отправляется у нас сейчас на сцену, чтобы все это дело наконец-то прекратить и продолжить просмотр встречи. Совсем некомфортно. Паша уже начинает нервничать. Все нормально, поляки спокойны. Я бы не хотел потом пойти с Пашей куда-то, когда он нервный. Даже прощаться не хочется. Матч-то будут стримить? Вот в чате спрашивают. Нет, не будут, иди спи. Я понял, там сейчас холиварка эсеров и дотеров начался в чате, да? То есть там просто экшен происходит невероятный. Но это чат Твича, к этому надо было быть готовым. Там просто фантастика происходит. Но кейсеров все равно побольше. Вот сейчас их побольше. Не-не-не, потом какой-нибудь дотер напишет, да, это 27 тысяч человек, там просто сидели, ждали доту, чувак. Слушай, мне нравится разжигать войну в чате, я уже начинаю с ума сходить. Это смешно, правда. Это очень смешно. Я не могу просто. Мега экшен у нас. Не, ну я не знаю, зачем элементарно писать, флудить. Обращать на себя внимание в чате, когда можно просто приехать, подойти и поговорить. Я теперь понял, все. Ну что, пошли пятюньки, друзья. Еще раз пауза. Ждем, когда ворвется Нео.
Сомневается Нео, куда же все-таки ему заходить. За КТ или за Т, ну да ладно. Или подлагивает у него. Не, ну если у него еще раз подлагивает. Вообще просто не надо альтабаться. Вот все, что не нужно делать, это альтабаться. Нашли уже косяк в этом. Так, ТАСС тоже вылетел с сервера. Ну, он просто альтабнулся, зашел обратно, его выкинуло. Ну, и мы здесь сидим, и, в общем, сидим и терпим пока. Надо, наверное, зайти на Хелкьюорк, почитать там, что же сегодня было вообще в апдейте КС, и что же интересного нам принес Counter-Strike с обновлением сегодня, что же там показали нам Valve. Разные воспроизведения демок записывают. Так, теперь можно смотреть демки и загружать их через специальную фичу, которую добавили в CSGO. Cell Download Demo Player называется. Там можно контролировать демки, скачать с внешних ресурсов по умолчанию один. Интересно, интересно. Исправлены сбои в худах и во всем прочем, но это мини-баги. Сама игра дополнительная. Так, вот непонятная какая-то штука. По-моему, дополнительные какие-то бонусы дали за убийство с какой-то штуки и скорректированы были дымы. Так, что же, игра у нас возобновилась. Заходи быстренько на сервер и давай смотреть, что там происходит. Заходим на сервер. И на сервере уже топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. И все круто. 13-14, друзья! И, наконец-то, КС продолжается! Первая карта, ESC Gaming. Польша, Virtus.pro, Россия, Украина, Словакия. И наблюдаем. ESC в атаке, защита за ВП. С баями вроде все порешали и все более-менее ровно. Важный раунд для поляков, опять же, который взять этого раунда сажает Virtus.pro на минус деньги. И это, соответственно, минимум. Короче, это, наверное, ключевой раунд в этой игре. Да, да, это ключевой раунд, несомненно. В случае проигрыша этого раунда поляками у Virtus.pro будет ничья. Если Virtus.pro проиграет этот раунд, то у парней не будет просто-напросто бабла. Но если ESC дают этот раунд, успевают поставить бомбу, каким-то чудом не берут на этой бомбе этот раунд, то это будет значить только одно. Что будет? Так, ну посмотри, под кучу флешек и дымов заходят на главку поляки. В итоге кучер бреет просто с 15, пытаются ESC пробить через 15, как они это уже делали, но на этот раз ВП готовы к такому повороту событий, предупреждены практически все, 4 в 3. Уже почти 4 в 2 идет ассист, раскидка с песков, с ковров, которые контрит Фокс, Нео остается последним, и это уже Джанго. Джанго, это 15-й раунд для команды Virtus.pro. Но это еще пока, погоди. Нео-то не сдается. Этот парень давал нереальные вещи, и может быть сейчас ситуация и повторится. Если успеет просто-напросто поставить бомбу, на последней секунде устанавливается плент. Ну, Virtus.pro понимает, где же стоит бомба, и теперь надо просто забрать оставшегося Нео. И раунд был взят, 15-13. И вот она борьба, которая подходит к концу. Но бомбы поставили, поэтому есть деньги сейчас у ESC Gaming. ВП не будут расслабляться в любом случае. Могут еще ESC себе набрать два подряд и сыграть овертаймы. Вообще, в прошлый раз, друзья, ситуация такая практически была, идентичная этой. И закончилось это все очень-очень плохо для ВП. Почему? Потому что позволили полякам добрать до 15, сделать ничью. И на овертаймах игра в одном моменте была испорчена одним выпадом Паши на 15, соответственно, минус Адрон, и было ГГ. Но теперь все по-другому. Ну, есть, естественно, Гвардиан в составе ВП, который нереально жесткий. Ну что ж, ESC на последние деньги покупают сейчас себе оружие. Вот, глядя на то, что у Кубина остался целый косарь, я вот так подозреваю, что реально нацелены они сделать 15-14 сейчас. Но как это будет оправдано, пока непонятно. Подготавливают. Как видим, самое ненаглядное, что все подготавливают. Она же великолепная главка, но подготовка закончилась, пошло затишье, падают смоки. У ВП первый инфакт. Кстати, глубокую дефенсу Virtus.pro придерживаются, и это может... Ну вот поляки понимают, что это последний раунд, и надо за него как-то цепляться. Давайте посмотрим, наверное, как сыграет сейчас звено с вот этой позиции. Они же ковры, Фокс. Так, раскидка пункта. Есть первый минус от ВП. ТАСС сбривает Гвардиана в пункте. Открытие в песке. Минус от Лурда. Кубин минус. Фокс синхронно. 2 в 4 в секунду. И там просто нереально закидали большие пески. Офлэшили двоих игроков команды Virtus.pro. Ну и в итоге забрали их. Возвращают ESC Gaming к себе. Экономику возвращают ESC Gaming к себе. Интригу в матч.
и вообще для зрителей интригу. Но это 15-14, и вот теперь уже будет УВП точно последний раунд. Но у них тоже с деньгами может быть не все гладко, но 2 дропа они оставят, и если будет на 2 бая, то это просто сказка. Ну вот. Но по 1000 должно сейчас упасть. По 1000-1500 где-то должно упасть за этот раунд, несмотря на то, что он проигранный. Самое главное, чтобы не отдавались УВП девайсы, потому что это реально важный расклад. Да, будет УВП полноценный бай. Ну и final round, guys. Опять-таки же этот мерзопакостный звучок. Нет, звук просто самый-самый, что ни на есть настоящий, подходящий. Типа attention команды, типа, последний раунд. Последний раунд, друзья. Ну что, 15-14, давайте смотреть, будет ли это ничья и овертайм, либо все-таки Virtus.pro додавят до конца. Очень-очень и очень нагло действует ESC в самом начале своими гранатами, и это задевает немножко, я думаю, славянскую команду. Из России, Украины и Словакии. Таким прохидом очень тяжело говорить. Просто Virtus.pro. В итоге нашивы и давление под Б, в принципе, заставляет ВП чуть-чуть перестроиться на Б-шечке, но в целом ситуация не поменялась. И у Virtus.pro все еще те же планы, все те же ожидания. Сейчас цена ошибки нереально велика, особенно для поляков. Если... Цена ошибки – это, возможно, проигранная первая карта. Вот да. Цена ошибки для ESC и цена ошибки для Virtus.pro. Для Virtus.pro это будут допы, а вот ну, для ESC... Овертайм даже для Virtus.pro это уже будет огромной-огромной проблемой. Потому что мы знаем, что поляки на овертаймах, ну, они в них родились. Это вот они как рыбы в воде на овертаймах играют. Так, ну и что же, есть первый минус. Нео забирает кучера. Отличный минус. Падает гвардиан. Ну и поляки куда же пойдут дальше? Ну, по-моему, прочитали полностью ситуацию с командой ESC и делают упор на бэплен. Дося, минус Тас. Канга пытается принимать, но его прибивает. 2-1 остается Фокс. Крайне важный раунд для Virtus.pro. Крайне важный. Фокс минус Кубин, остается 1-1 и выстреливает Лорда! Подловил! Первая карта за Virtus.pro, увидимся с вами на второй карте. Через 5 минут дадим командам несколько секунд на обсуждение. Оставайтесь с нами. После рекламы мы вернемся и будем смотреть вторую карту этой встречи, а потом, возможно, и третью карту этой встречи. Но заруба у нас просто нереальная. Шедевральная заруба. Увидимся с вами после рекламной паузы, далеко не расходимся. Скоро КС продолжится.